Всем привет, всем доброго времени. Это задние подшипники на B3 Passat, ну и остальные машины, куда они там подходят. Вот. Golf, Passat, их каталожный номер, вот 5413. Это видео просто о их комплектности. Я их не ставлю, это я просто себе в запас купил, будут лежать. Здесь идет у нас сальник черный, корона на гайку, пыльник, шплин и два подшипника. Вот, два подшипника без смазки, без ничего, просто два подшипника и такая огромная коробка. Вот. Я их заказал пару просто ради интереса. Я с этой фирмой с задними подшипниками на B3 Passat ни разу не работал, не ставил. Ну вот, при возможности кому-нибудь или себе установлю. Вот. И помимо этого, я еще отдельно заказывал себе гаечки ступичные, потому что довольно часто приезжают машины, а они там убитые, разбитые или вообще стоят не те. Вот они. Мелкая резьба, все как положено, все красиво, все замечательно. Их не каталожный номер. Вот он. Audi Volkswagen. Все каталожные номера будут в описании видео, так что если что, можете посмотреть. И по этим каталожным номерам вот можете заказать, и вам смело придут вот такие вот девайсы. Вот. Цена будет указана, ну, на момент размещения видео за вот эти вот запчасти, по которой я брал именно на момент видео. Запчасти у нас дорожают, вот поэтому вот такая вот, потому что мне люди пишут: да, где ты такие цены нашел? Ну, я размещал год назад они стоили столько, сейчас они уже стоят столько, поэтому к цене, на цену не смотрите. Вот. Если кому-то очень срочно эти запчасти нужны, то я могу их продать. Вот. По цене интересуйтесь в личку. Я их, если что, могу отдать по закупке. То есть вам их продам, а себе закажу другие. Всем добра, всем пока. Если что, спрашивайте, интересуйтесь.